Всем привет! Если у вас перестала работать микроволновка, например, вот как у меня сейчас, давайте проверим. Вот мы ее запускаем, она работает, все работает, но она не греет. Причина, вот нашел я ее случайно, сейчас я покажу, в чем причина. Ну, в моем случае причина вот в этом предохранителе. Сейчас я его раскрою вам, покажу. Аккуратно отверточкой. Здесь подковыриваем и открываем. Так, ну вот даже на камеру видно, что этот предохранитель перегорел. Вот видите, волосок оборван. Давайте почитаем, что на нем написано. Итак, здесь написано 5 кВ, 0,7 ампер. Ну, думаю, такой предохранитель несложно найти в магазине. Вот. Вот одна из причин, почему не работает микроволновка.